Кроме всех прочих своих заслуг, я еще и пишу книги. То есть я единственный вообще в России столяр, блогер, там, руководитель своей собственной столярной и токарной школы, на которой к тому же еще и пишет книги. И вот моя первая книга «Современная столярная мастерская». Значит, в этой книге все про мастерскую, то есть как все должно быть устроено, какие станки стоят, как на каком станке работать, какие у какого станка характеристики, что важно, на что обратить внимание, что нужно покупать, что не нужно покупать. Вот. Вот в этой книге весь мой, собственно говоря, опыт столярный и немножко даже токарного. Книга вышла достаточно давно, в октябре прошлого года, и очень много людей уже ее купили и прочитали. И на ее странице сети множество отзывов, и в принципе они все почти хорошие. Вторая моя книга – это «Бизнес столярки». То есть это книга про то, как заработать денег, именно занимаясь столярным делом. Ну, на самом деле, практически все бизнес-советы, которые здесь прописаны, они подойдут и не только нам, столярам, да, но они подойдут любому человеку, который занимается продажей изделий, изготовленных собственными руками. И здесь много-много всего про то, как именно заработать денег, как не работать просто, получается, за тарелку супа, а работать именно за деньги реально. И эту книгу тоже сейчас уже достаточно много народу прочитало, хотя она вышла всего лишь в феврале. Многие люди, которые прочитали мою вот эту первую книгу «Современная столярная мастерская», купили после выхода еще и вторую. И
вот у них теперь две мои книги, и я рад, что, понимаете, то есть людям интересно то, о чем я пишу. То есть, видимо, я все-таки что-то могу, если люди покупают мои книги за деньги и читают их, и пишут мне благодарственные отзывы. Так что, братцы, хотите заняться столярными делами? Вот часть литературы, которую для вас я подготовил и я написал. Закончили в первом предложении мою стойку для резцов. То есть вот она, смотрите, два ряда резцов. Тут какие-то штуки-дрюки, всякие разные штуки, красивые и очень красивые. И о чем я хочу с вами сейчас поговорить. То есть все вы видели, как я ее делал. У меня есть к вам три вопроса. Первый вопрос. Где я больше всего задолбался? Вопрос номер два. Что еще будет на этой стойке? То есть она не закончена. И вопрос номер три.
это почему выбраны размеры? Широкой части вот здесь 40, вот здесь, а вот здесь 20. Итак, 40 и 20. Сейчас давайте поближе покажу. Так, повторяю вопрос. Почему вот здесь 40, а вот здесь 20? Вот здесь 20, вот здесь 40. Здесь 20, здесь 40. Почему? Вот такой у меня к вам вопросик. Ну, еще пару слов буквально на прощание. То есть, вообще, стойка полезная, крайне. И очень много в нее всего убралось. Единственный момент, что не все еще убралось. И возможно, что я сделал ее маловатую. Но она намного сейчас привнесла, так скажем, разгрузку моим резцам. То есть я не думал, что у меня столько резцов. У меня, смотрите, там такое огромное количество резцов. Вот. И сейчас. И сейчас, наверное, какие-нибудь ребята закричат, это все понты, там, как бы резцы, там все. Братцы, вы не поверите, вот все это работает. И работает постоянно. Вот. Ну, наверное, все. Буду с вами прощаться. Сейчас еще стойку крупным планом вам покажу. И что? Ну и все. Значит, да. Три вопроса-то я озвучил. И давайте я скажу еще пару слов. Микрофон начинает падать. Значит, я за главному, ответившему на все три вопроса правильно человеку, подарю резец какой-нибудь. Какой-нибудь токарный модный резец. Итак, где я больше всего устал? Почему размеры выбранных элементов 40 и 20 мм? И что еще будет на этой стойке? Все, страна, до свидания. С вами был Юрий Бажан.